Спасибо большое всем, всем, кто пришел. Очень, вообще, очень классно вас всех видеть. Спасибо огромное. Спасибо вам, что собрали нас. В первую очередь, красавицы наши эталонные. Это для вас концерт. Парням всем спасибо, что пришли нас поддержать по-пацански. Мужская среда, она существует, да. Прекрасному нашим леди мы хотим сказать еще раз всех с праздником. И каждая наша песня, это такой будет своего рода маленький тост, что ли. Да? Поэтому пользуйтесь тем, что есть шампанское, поднимайте бокалы. Вот, ну и... Ну да, и первая песня, которую мы хотим открыть этот концерт, это «Достучаться до небес». Можно ее так и назвать. Собственно... Да, каждая женщина, это как небеса, до которых мужчине нужно достучаться, да, и мы вам желаем, чтобы в вашей жизни до ваших небес могли достучаться только самые-самые достойные, и чтобы всегда... А мужчинам, что когда вы достучались, вам открыли. Да. Чтобы вы открыли. Песня Джонни Кэш, песня Hurt называется,
И она о том, что жизнь проживается сильными эмоциями. То есть или пульса нет, человек ничего не чувствует. И что мы хотим пожелать этим тостом, чтобы вы чувствовали только счастье и радость, которая вас наполняет. Да, чтобы в вашей жизни было ровно обратно. Почему мы здесь вообще, благодаря чему мы здесь собрались? Это, конечно, наш уютный Гришпри, уютный, добрый эталон. Ярославу огромное спасибо за то, что и его коллегам, да, за то, что вы все создаете такую отличную атмосферу. Сейчас будет песня, вы, наверное, немножко, вы, наверное, ее узнаете. Она. Ну, вы ее сейчас угадаете просто. Да. On a dark desert highway, the wind in my hand, one smile of Carita. Rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light. I had her hair and my sight predict. I had her stay through the night. Then she stood in the doorway with a mission map, and I was thinking to myself.
это враги. Не, 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 да, что за зверь? А это вот, это да, это... Которого не убить. Да, 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 маленькое творческое отступление, да, нужно догадаться. Кто здесь зверь, да, под маски овцы появился лев, помнишь фразу? Из Покровских ворот. Конечно, про нас, Антон. Ну что, следующая наша песня. Да, следующая песня о том, что нужно идти по жизни танцуя и танцевать друг друга до любви. Танцевать друг друга с музыкой в душе. Да. Да. С вашего позволения, сыграю одну вещь сольная. Это такая очень старая такая вещичка. Вещичка, которую я очень давно на самом деле написал. Она называется «Those were the times». Были времена очень. Ну, скажем так, такая немножко ностальгическая. Сам написала? Ну да, да, ну написал, это громко сказано. Это просто простые аккорды. Просто настроение, кусочек настроения. Ребят, начинаем, да?
Я сочинял эту песню. Слова здесь как-то... Они внутри. Они, да. Deep inside. Deep inside. Просто да, раньше, когда я что-то там сочинял, да, пытался, я в основном на английском, поэтому я так на автомате уже. Ну что? А вы заявки принимаете? Нет? Заявки? Сейчас у нас еще одна вещичка в программе, да, да. На самом деле, эта песня группы The Connells, называется она 74-75, Кирилл ее знает. Я знаю. И мы хотим на самом деле всем вам, замечательные дамы, пожелать по жизни только набирать высоту. Выше и выше. 74, 75, 76. Так все страшно. Вообще это метры как бы. Но почему нет? Знаете. Прекрасный возраст. Моника Белуччи говорит, что с 50 все только начинается. Вообще, я так знаю. Моя бабушка, я вот как бы смотрю, все прекрасно. Новое выражение. 75 баба бегает. Ну что? Сейчас только технологии. Поехали. Ну что, коллеги, поехали? Едем. Почему-то грустишь, и вокруг
все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино. Ты идешь в магазин, чтобы купить вино. И солнце светит, и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Поедим фруктиков и все продолжим. Ты уже это говорил. Спасибо.